На профильном совещании в правительстве региона предложили бороться с нашествием медведей в населенных пунктах области при помощи мобильных групп, состоящих из специалистов охотнадзора и полиции. Территорию области разделили на 6 секторов. В каждом будут организованы мобильные группы для оперативного реагирования в случае появления медведей рядом с жилыми массивами. В их состав войдут сотрудники охотничьего надзора, полиции и наиболее подготовленные охотники из числа местных жителей. Информация о появлении медведей, поступающая в единую диспетчерскую службу, будет незамедлительно передаваться руководителям мобильных групп. Также Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области будет разработана специальная памятка, отражающая правила поведения при встрече с косолапами.